знаете, действительно тяжело досмотрел этот фильм. У меня сложилось такое впечатление, что и автор романа, и главных героев, их вообще не должно быть в жизни. Этот фильм хуже, чем «Наркотики». Такие фильмы нельзя снимать, ни в коем случае нельзя пускать на широкий прокат, потому что ничего позитивного этот фильм не дает, вообще ничего. И в нашей жизни и так хватает столько чернухи. И если мы еще будем смотреть такие фильмы, это монстр какой-то, а не фильм. Превозношение денег выше всего. Может быть, это действительно там какой-то подтекст, что капитализм. Но так не должно быть. Любой боевик с хорошим хэппи-эндом, он с хэппи-эндом, он вселяет какую-то уверенность в завтрашний день, в себя. Этот фильм оставляет полную безысходность в душе и полный негатив. Нельзя такое делать искусство. Теперь послушаю, что скажете вы. Накипело. Я не любитель подобного рода кино, хотя отдельные фильмы привлекают внимание. И здесь удивительно, что внимание держит. То есть фильм, как сказал Вячеслав в самом начале, странный, вкладывая тот самый подтекст, странный, но действительно держится внимание от начала до конца за счет многих факторов, за счет картинки очень стильной, стильного визуального решения, за счет музыки, которая создает такую как бы необычную трансовую атмосферу, и за счет ритма фильма, то есть внимание держит, и в каждой сцене, интересно, даже несмотря на то, что диалоги надо еще раз пересмотреть или перечитать, чтобы понять, что они там говорят, абсолютно не связанные друг с другом, какие-то парадоксальные высказывания, вот. Но при этом держится внимание, и более того, как понятно вообще, о чем фильм, да, то есть о том, что ничего оптимистичного здесь как бы нет, да, что я увидел, что человек движется к такой самодеградации, саморазрушению, и как вся система мировая, так сказать, вот об этом. Мне фильм не понравился. Он утрированно, буквально. И меня раздражал дубляж, вот эти вот голоса. Я представлял себе артистов, которые пришли после работы и там за небольшие деньги вздыхают и имитируют страсти. И перевод. Я так подозреваю, что живые люди не говорят такими фразами. Поэтому, видимо, перевод был небрежный, хотя вы сказали, что близко к тексту романа, но я не думаю, что живые люди так должны говорить. Вот в этом загвоздка, что они так не должны говорить. Не должны, да. Но это я понимаю, но вот в этом и состоит утрированная буквальность. Это, знаете, вот я не смотрю фильмы, сделанные после 2000 года, потому что этот продакшн, он уже лезет из всех щелей. Там можно посмотреть, что он читал книгу там, «Психология для режиссера», где надо вести сексуальную сцену, где надо хлопнуть дверью, где выстрел неожиданно устроить. Вот. И вот если отбросить все, да, то давайте вот посмотрим, а что мы видели на самом деле. Там эти разговоры, все юани, кривые, системы, защиты. Это все где-то там, да? На самом деле 28 лет мужику, ему нечем заняться. Он мотает в своем этом лимузине, он ест. Мы видим, как он там мочится, он пользует женщин, которые всегда рядом. Это же скучно. Скучно. И весь он существует в каких-то умопостроениях, которые к реальности никакого отношения не имеют, ибо он весь изолирован. Это же его фишка, что он весь изолирован. Эти отношения с женой, отношения там, их нету. Даже эти... Я, правда, удивился, почему в сцене в парикмахерской старый парикмахер не мог найти общего языка с водителем такси. Смешной диалог был. Но я хочу сказать, а при чем тут капитализм? Я вот вспомнил Цири.
Как он мучился и маялся, как он это, старик, я слышал много раз там. Или эти все чеховские пьесы, да, когда это вот буржуазия не знает, чем заняться, тоскует, влюбляется, стреляется. Что я думаю, это такая проблема без деятельности, без вещества, а жизнь же превращается в какое-то сплошное говорение. И вот капитализм, ну, может быть, просто человеческое. Такое у меня ощущение осталось. Спасибо. Тон общего выступления все-таки, наверное, говорит о том, что фильм попал в цель. Потому что ужас капитализма можно понять только через еще больше ужаса, выразительный, визуальный. Вот как, знаете, каких-нибудь таких экологических роликов, когда нам показывают отходы производства капитализма, свалки огромные, гниющие там целыми десятками, сотнями тысяч километров. И поэтому, вот, когда мы видим вот эту сторону, тогда, да, мы какие-нибудь фасадные, витринные формы капитализма, вот этого именно цифрового, диджитального капитализма воспринимаем иначе. Почему фильм о капитализме, Антон Николаевич? Ну, во-первых, в самом фильме очень много подсказок, то есть мы видим и титрами капитализм, мы видим цитаты в этом фильме очевидные, ну, призрак бродит по Европе, только тот был призрак коммунизма, здесь ясное дело совершенно, речь идет уже о другом времени, другом призраке, призраке капитала. Мне кажется, что разъяснение этого фильма, возможно, начиная вот просто с работы ассистента, занимающегося кастингом, потому что актеры выбраны на роли удивительным образом. Вот этот Паттисон, который ничего, кроме «Сумерек», не сыграл и не сыграет, наверное, ну, для большинства это образец дурного вкуса как раз в актерском цехе. Здесь он играет главного героя, к удивлению и к непониманию многих. Сара Гэддон то же самое, например, Жюльет Бинош, как такая старушка Европа, которую пользует молодой американец. И поэтому, вот начиная с этих очень точечно выбранных ролей, скорее даже, видите, именно масса каких-то актерских персонажей, мы получаем ключи к пониманию фильма. Это, как в нескольких оговорках фильма, понятно, такой очень старый капитал-вампир, помните, там в финальном очень длинном эпизоде речь идет об этом, о том, что он давно умер. Несомненно, как в тексте Маркса, это те самые корпорации, пьющие кровь. Первая метафора капитала-вампира появляется уже у Маркса. Мертвый труд, который оживает только тогда, когда поглощает что-то живое, прикасается к чему-то живому. Совершенно безликий актер Паттисон, совершенно в абстрактной манере, играя человека, который не понравился никому, потому что ничего не происходит, потому что у него нет человеческих чувств, но, наверное, то, что он тянется к какой-то реальности, вот он и стреляет в себя, он занимается саморазрушением, такой отчаянной попытки как бы из Чака Паланика достичь все-таки некого измерения травматического, реального, чтобы ощутить, что он живой. Но он не может ощутить, что он живой, потому что, видите, диагноз поставлен очень верно. Он давным-давно умер. Это живой труп, это персонаж. Вот это вот вечное воплощение капитала, как главного автора истории 20 века, он все и построил, он все и разрушил. Соответственно, финал, который мы ожидаем, вот эти две реальности, настоящая, живая, ну там за окном затонированным, и вот эта его замкнутая, закупоренная вселенная, все это как раз наводит скорее на такой культурологический анализ. И ваше выступление это только подтверждает, потому что здесь никакого живого нет, здесь нет эмпатии, здесь нет никакого настоящего драматургического нерва в этой картине. Мы просто ждем, когда же наконец кто-то его как крысу уничтожит. Крысы тоже понятно совершенно откуда взялись. Потому что в духе психоаналитической интерпретации можно сравнить деньги вот как раз с экскрементами, как делает Фрейд. Ну, собственно, и в финале это опять подчеркивается. И поэтому вот этот вот запах дурной от денег, эти грязные деньги, помните, как в старых добрых поговорках, деньги из отхожего места, как при одном римском императоре. Вот это вот вечный какой-то синдром, связанный с накоплением, накопительством, потреблением как таковым. И поэтому есть что-то дурное и непристойное в капитализме. Вот в самом начале, еще перед сеансом, я напомнил, что Кроненберг режиссер такого телесного кинематографа. Он снимает фильм о мутациях, извращениях, перверсиях телесных. И для меня, между прочим, эти остальные фильмы его вообще невыносимы, неинтересны. А это стало бы совершенно другое кино, но режиссер тот же. И поэтому здесь такое же извращение, такая же перверсия, такое же уродство и такая же непристойность. Только она содержится, конечно, в душе, и вот за этой оболочкой, опять же, великолепной, там, превосходной такой, зачетной внешности, журнальной, глянцевой,
И поэтому фильм, безусловно, об уродстве. То, что вам он не понравился, это прекрасно, это означает, что вы психически здоровы. Этот фильм работает как тест. То, что для вас деньги, видимо, не являются вот такой живой средой, в которой герой Паттинсона чувствует себя уютно. Помните, ведь он и говорит, как какой-то, даже не финансовый аналитик, а компьютер. Вот эти колебания котировок, что там сделал Китай с валютными фондовыми котировками. Вот это и показалось мне в самом начальном прочтении фильма, при первом просмотре, каким-то разрушительным текстом. Я не могу его понять, мне ничего по-человечески не цепляет. Но, между прочим, разве так не говорят иногда экономисты? Разве сама категория какого-нибудь человека часа, она не такая же абстрактная, безликая, убогая? И поэтому, когда мы превращаем мир сначала в опись каких-то финансовых, экономических состояний, абстрагируемся от всего живого в себе, когда потом мы уничтожаем этот мир, вот опять же превращая его в воздух, в дигитальный какой-то товар, в итоге остается то, что остается у Паттинсона, какая-то дыра просто в душе. И поэтому вот та реальность снаружи улицы, эти крысы, которые бросают ему буквально в лицо, это Ред на машине, помните, тоже он тоже крыса. Вот это вот чума, чума 21 века. Только та была чума, понятно какая, а это чума денег, которые захватили абсолютно все. Если в 20 веке еще были какие-то свободные, незанятые денежной страстью территории, то сейчас их все меньше и меньше. Я в этой связи, особенно постоянно своим студентам, обращаю внимание на такой вот самообман, как главную модель современного поведения молодого человека. То, что он называет смысложизненными вещами, в действительности это вот такая программа самореализации пошаговой. Достигая карьерных успехов, выстраивая кирпичик за кирпичиком свое светлое здание, но в итоге насилуя себя, тренируя тоже свое тело и мозг к большим нагрузкам, перегрузкам настоящим, чтобы получить непонятно что. Чтобы потом прийти опять же вот к этой жажде настоящей реальности, даже через травму, даже через смерть. И поэтому фильм вот как раз об этих трудностях перевода живого в неживое, цифрового в реальное и обратно. И о том, что, конечно, жизнь в полностью таком упакованном в терминах экономики описанном мире была бы просто невыносима. Поэтому такой герой должен умереть. И в финале романа Дона Делила идет очень страстный диалог этого Ричарда Шитца, который, вы, может быть, это поняли все-таки в финале, при всей близости человеческой характеров этих персонажей, диалог подчеркивает их вот такую настоящую метафизическую несовместимость. Капитал должен умереть, иначе планета не выживет. Вот в чем посыл фильма. Ты можешь быть прекрасным человеком, ты можешь быть милым собеседником, но как представитель этой чумы, которая все захламляет, уничтожает, ты должен умереть. Это фактически то, что говорит Ричард Шитц. И все-таки у Дона Делила пускает пуля. Поэтому, не знаю, на вкус, опять же, такой культурологический этот фильм очень интересен. Ну а как вот такой обычный эмоциональный просмотр, разумеется, это невыносимая мука. Но для того, между прочим, существует наш киноклуб, я это давно сам по себе почувствовал, что некоторые фильмы ты один никогда смотреть вообще не будешь. Но их надо посмотреть. Их надо посмотреть до конца. И получить вот этот опыт, интеллектуальный вызов какой-то, который ты потом можешь осмыслить. Вот зачем такие фильмы ставятся в программу. Кроме того, он соответствует генеральной линии программы «Мыслить экраном», он интерпретирует общество в таких почти бодрияровских теориях. Он описывает нашу жизнь, он показывает ее тошнотворную невыносимость, как бы она привлекательно не выглядела там в гламуре. Вот почему мне кажется ценным. Это единственный фильм Кроненберга, который посмотрел два раза, стало быть. Хотя другие, наверное, вы смотрели и считаете их более привлекательными. Но они также тошнотворны, потому что весь капитализм строится на маленьком непристойном секрете. Многие американские фильмы как раз имеют такой сюжет. Антиутопически. Все замечательно. Посмотрите фильм, скажем, «Фирма» с Томом Крузом. Герой устраивается в прекрасную фирму, у него замечательная жена, сразу им, пожалуйста, квартиру лучшую, где надо, в пентхаузе. А потом выясняется, что фирма-то мафиозная, и рано или поздно за все придется платить. И вот эти маленькие непристойные секреты в итоге ломают целые жизни человеческие. Поэтому не доверяйте всему, что выглядит так, как Роберт Паттинсон. Для меня такое было ощущение, что это даже не человек, а некая система, которая существует там в каких-то координатах, вот эти вот там графики, бизнес, деньги. И вдруг у него там сбой произошел в этой системе, то есть юань там как-то не так себя повел, он не посчитал его вовремя. И у него вот это для него стало толчком для того, чтобы пытаться найти какие-то другие, не знаю, системы, что ли, координаты. То есть он вот убил этого человека, он стрелял себе в руку, он как-то выбрался из этого своего лимузина. Вот у меня такое было ощущение.
И в конечном итоге он ничего не нашел. То есть мир-то за пределами оказался еще гаже, чем там внутри. И это означает что? Что система сама, она ну, как-то безнадежна, что ли? Я не поняла в этот момент. Последний диалог, очень длинный, чрезмерно длинный, как раз показывает нам образец такой психологической и житейской диалектики. Мы видим фактически гегелевский вариант взаимоотношения господина и раба, которые потому так хорошо понимают друг друга, помните, с полуслова, понимают то, что тот прячет от других. Только он, хотя, видите, тот даже его лица не может вспомнить фамилии. Почему он так понимает прекрасно раб господина? Потому что диалектически они связаны, потому что в духе, опять же, гегелевского анализа мы видим, что есть у господина такие стороны, которые, очевидно, можно считать поражением, и у раба такие, наоборот, преимущества, которые, вот, ну, самое главное из них, раб изготавливает для господина продукт, тем самым манипулирует желаниями господина и управляет господином. Поэтому вот эта вот диалектика манипуляции посредством желаний, что реклама, маркетинг нам демонстрирует постоянно, это вот тоже тема, скажем, которую анализирует Кроненберг. Чума, это еще и чума желания. Проблема Паттисона в том, что вот вроде бы он при всей своей сексуальной озабоченности, такой гиперактивности, он не может получить желаемого, он не может это желание насытить и удовлетворить. Почему? Возможно, потому, что в духе вот этой карьерной ценности, самореализации, как говорит Делёз и Гватари, капитализм, шизофрения, современный человек, к сожалению, упускает свое желание в самом начале. Вот уже тогда, когда он начинает программировать себя социально ценными формами, это и интерпретация желания. И поэтому то, к чему мы стремимся, это абсолютный пшик. Вот поэтому-то Паттисон и терпит такое вдохновляющее, воодушевляющее все же поражение, что, несмотря на лифт, кстати говоря, с музыкой французского коммуниста-авангардиста Эрика Сати, то есть это вот лишний раз подчеркивает его абстрактность. Он любит абстрактного художника Ротко, при этом не имея его картину, слушать музыку Эрика Сати, коммунисты и авангардисты. Поэтому он абстрактно любит, он абстрактно чувствует, он абстрактно мыслит. Вот это все неживое в нем лишний раз подчеркивает. И поэтому, да, вот те, кто еще сказал, что фильм мрачный, потому что все бесперспективно, возможно, имеют в виду именно этот аспект, что я не могу, как вот знаете, в каком 99 франков взять и убежать, при этом устроив еще скандал в благородном семействе, выпустить партизанский ролик вот туда, на остров к любимой девушке. Помните, оказывается, в итоге тоже таким миражом, фантомом в фильме, по крайней мере. И поэтому, да, возможно, в этом есть вот такая глубина анализа разочаровывающая, что выхода с такой табличкой привлекательной зеленой нет. Ну, его нет, пока существует общество, такой как капитализм, пронизывающий абсолютно все наши структуры. Однако, надо по совету Джона Холлоуэя мысленно представлять себя в музее капитализма, как в музей феодализма можно попасть, в музей средневековья. Поэтому рано или поздно мы увидим вот то самое, что порабощало нас, в том числе, что заставляло нас тратить свою жизнь драгоценную на абсолютно ненужные побрякушки. Только орудиями этого порабощения являются, конечно, не какие-нибудь не вериги, не вот такое, собственно, физическое оружие. А знаете, как у одного моего знакомого, у него дома висит такая вот как в офисе доска, с фишечками и с маркерами, нарисованными карьерно-жизненно-стратегическими целями. Сколько ваковских публикаций должен написать он в год, сколько глав будущей диссертации и постранично буквально на каждый день. Этого человека не надо подхлёстывать, его не надо заставлять работать на износ. Он сам с удовольствием сделает всю работу вот такого надсмотрщика. Вот это и есть проблема как раз этой пораженности нашего желания, какие-то внешними язвами этой чумой фантазии. Не, ну, тем не менее, я не вижу в фильме такого пессимистически глобального, что ли, взгляда на то, что если в фильме нет выхода, то и выхода нет вообще. Как раз это вот, посмотрев фильм, тоже как бы закрыв дверь, мы можем выйти в другое пространство, живое, как вот здесь, и ощутить, что всякому потребительству, например, противостоит творчество, тупости, умные и так далее. Поэтому в этом смысле выход есть всегда. Соглашаюсь со всем, что говорил Вячеслав, и хотел сказать, что можно в том числе рассмотреть этот фильм и как какую-то частную историю, не только говорить о Паттисоне как метафоре того и сего. То есть тут действительно есть какая-то драматургия, он выходит из своего офиса и на протяжении 24 часов он стремится, видимо, к смерти. И, кстати, кто-то заметил, что он
нечего ему делать, хотя это, видимо, все-таки не так, видимо, он как раз есть кто-то, Коля, почему мы говорим о капитализме. То есть можно с какой-то долей условности говорить о том, что там, князь Болконский, ему действительно там нечего делать, поэтому у него есть время смотреть на тут, там, размышлять. А тут все происходит как бы в периоде между работами. Он там работает в машине, там, вычисляет эти граффити, там, его выдергивает с единственного выходного свою помощницу. То есть они все на работе, но он от этой работы уходит в конце. То есть он постепенно разоблачается, он снимает галстук, он снимает пиджак. Он идет в какое-то место, видимо, связанное с его детскими воспоминаниями, где он опять ничего не находит. И вот в этом в потерянном состоянии он находит свою гибель. То есть это и частная трагедия человека, который, может быть, сам порождает обстоятельства, которые сделали. Поэтому, если говорить о метафоре, то речь, наверное, идет о системе, которая пошла в разнос с самого начала. Кто-то заметил, что его кризис вызвал то, что он там неправильно вычислил там, котировки юаня, но, может быть, как бы он уже их вычислил, потому что он уже не так хорош, он уже не так контролирует ситуацию. То есть произошел сбой в системе, и, может быть, там за кадром происходит какая-то успешная, на самом деле, революция, судя по масштабу беспорядков, которые там происходят. Вот. Ну и мы не знаем этого. Мне кажется, что и фильм, и роман, на котором они основаны, они, как часто бывает в современном искусстве, фрагментарные. Как бы они показывают какую-то частность, а вся картина порождается каким-то контекстом, который насильственно придумал. Я хотел сказать про сцену с разговор водителя с парикмахером. Прозвучало, что непонятно для чего она. Мне показалось сейчас, что именно в этой сцене как бы идет разговор вот двух таких вот миров, фактически об одной теме, что вот оба водителями когда-то работали, но получается, что парикмахер воспринимал это как вот, ну, подарок жизни, и он получал это удовольствие какое-то. А вот для водителя, который вот сейчас вот водитель, он воспринимал эту работу как вот, ну, способ как бы выжить, заработать денег там, и не получал от этого удовольствия. То есть такое фактически просто, ну, противопоставление взглядов на одну и ту же вот работу. Один для удовольствия, другой для того, чтобы выжить. Вот. И потом, если говорить по фильму, в целом кажется, что да, он безысходный, мрачный, и все вот желания направлены на разрушение у этого главного персонажа, как он там, ну, получает удовольствие от, когда видит, что крыс бросает, допустим, ну, вот видит его лицо, что ему это все очень нравится. И в то же время, конечно, это может подтолкнуть, вот, как глазуть у зрителя, к тому, чтобы понять, что все-таки нужно не разрушать, а созидать. Собственно, и вот опять же возвращать диалогу с водителя с парикмахером, там тоже заложен. Плюс, наверное, что-то есть общее с фильмом «Гражданин Кейн». То есть тот все время про розовый бутон вспоминал, там из детства что-то, а этот как-то парикмахерскую хочет попасть. Вот. У меня немножко другой взгляд на эту сцену, потому что мне кажется, что хоть у них и был почти одинаковый опыт, они оба водили такси, но каждый говорил именно о своем опыте. Ни один из них не был восприимчив к тому, что говорит другой. И мне кажется, это показывает именно то, что каждый человек так сконцентрирован на своем личном опыте, что каждому человеку очень трудно понять, что пережил и что чувствует другой человек. Характер вообще убийцы мне безумно не понравился тем, что сам бизнесмен даже не помнит, как зовут этого убийцу, да? И, по сути, напрямую бизнесмен ничего плохого убийца не сделал, но он сам в себе скультивировал неудачника, у которого что-то не получилось, он пытался, вот, но он сам сказал, что у него не получилось что-то просчитать. И всю вину за его неудачу он переложил на этого бизнесмена, обвинил его во всем и как бы
в качестве избавления захотел его убить. Ну, не знаю, капитализм, не капитализм, но не надо в себе культивировать негатив и обвинять кого-то в том, что у тебя что-то не вышло. Вот. Девушка натолкнула меня на мысль. Здесь сейчас какая-то дихотомия, как будто бы, я не знаю, позиция капитализм и не капитализм. Но ведь его убил финансовый аналитик. Почему вот эту деталь все упускают? То есть капиталистическая система была не откуда-то извне разрушена, а она была уничтожена самой собой. И почему она была уничтожена? Тоже одна важная деталь. Какой их метод капиталистический? Они, значит, следят за годовыми кольцами у деревьев, за тем, как листья там шелестят. Это, кстати, в числе пи был этот момент. Там, математика плюс природа, там, как они взаимодействуют. И вот им не удалось это просчитать по годовым кольцам, и тогда, о боже, это можно было просчитать по изгибу простаты. Как же вот они не догадались, что это не с этого угла природного, так с этого угла природного просчитываемо. Но невозможно живой как бы запихать в неживое, мне кажется. И в этом, наверное, какой-то крах. И я думаю, что и с убийцей тоже ничего хорошего не будет, потому что он тоже такой капиталистическое порождение. И ну, я думаю, что он как-то своим способом, но все равно тоже плохо закончит. Герой несимпатичный. Вы говорите, что он лузер, неудачник, а вот тот, значит, ни в чем не виноват. Но вспомните, не надо культивировать себе негатив, не надо создавать себе комплекс жертвы. Это правильно все интерпретировать? Да, не надо сосредотачиваться в своих неудачах. Но вот это и есть та самая мантра от коучей, которые говорят, давайте на позитиве, давайте двигаться вперед, давайте не будем делить на удачников и неудачников весь мир. Это и есть эта идеологическая модель, в духе которой мы все получаем только разные канонические, но экономические роли на рынке, не в жизни. И все становимся, начинаем друг с другом конкурировать, как животные. И поэтому вот проблема в том, что уже вводя такую терминологию, вы попадаете внутрь капиталистического дискурса. И он съедает вас целиком. Потому что тогда, когда вы назвали другого неудачником, все, разговор закончился. У меня самые любимые герои в фильме – это неудачники всегда. Большой Лебовский – это идеал вообще, мне кажется, внутренней свободы и абсолютно одушевленно прекрасного человека. Или последний фильм Коэна «Внутри Льюина Дэвиса» – тоже музыкант-неудачник. Я смотрю этот фильм, когда у меня какие-то неприятности, он меня абсолютно воодушевляет. Он такой свободой наделяет, когда тебя ничто не ломает, не убивает, несмотря на то, что по всем швам, может быть, трещит твоя жизнь. Но есть какое-то неуничтожимое в душе у него, творческое, например. И поэтому вот эта терминология мне очень не нравится. И опять же, поэтому это не сведение личных счетов. И поэтому это, опять же, вот эта вот последняя финальная речь, очень темпераментная, которую, может быть, вы на фоне общего утомления уже не восприняли как вот такое послание важное режиссерское. Оно очень важное послание. За что оно убивает? Он говорит это открытым текстом, совершенно справедливо. И поэтому вот снова надо не на такой частности, что ли, в этом фильме остановиться, а на чем-то гораздо более важном.